все международные площадки являются всего-навсего контактными переговорными площадками, которые позволяют государствам, не вступая в прямые политические или дипломатические отношения друг с другом, обсуждать международную проблематику и, как говорится, приходить к некому консенсусу, не привлекая к этому первых лиц политики зачастую. Поэтому я считаю, что участие в международных форматах – это один из способов развития международной политики и преодоления острых конфликтов.